Черногория, 3 июля 2019 года. Море рядом с отелем Навалик или Навалич. Сейчас я попробую показать, как этот выглядит отель. Да, вот, если видно вам. Такие вот лежаки здесь. Можно использовать бесплатно гостям отеля. Конечно, штормит, такие волны прям. Море чистое вообще, чистое. Рыба много здесь, рыбу здесь подводные охотники стреляют различные, в том числе и мурены. Не знаю, сколько это самой травы понагнало. Вечер уже темнеет. И вот так вот выглядит Адриатическое море. И вид вокруг него. Отель Навалик, Черногория, Добровода, 2019 год. С вами Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы думаете о Черногории, об этом ролике. Спасибо, что посмотрели. И всем пока. Все.